Оборотень в медицинском халате. Более 100 тысяч рублей и сумку, доверху набитую сильнодействующими препаратами, изъяли сотрудники наркоконтроля у работника частной клиники. Циничный медик продавал наркозависимым препараты, предназначавшиеся для онкобольных. На их имя выписано большее количество вещества, чем то, что они получили. Осторожно, на дороге террорист-смертник. Ежедневно наркозависимые садятся за руль, не отдавая себе отчет, что от этого могут пострадать невинные люди. Если человек в неадекватном состоянии, дай бог, если бы он убил кого-нибудь, что же ведь это уже фактически человек уже осознанно совершает такие вещи. Подробности циничных преступлений и рекомендации психологов. Как сказать наркотикам уверенное «нет» смотрите в программе «Без компромиссов» на телеканале «Эфир-24».